курса кафедры композиции и инструментовки класса народного артиста Украины профессора Владимира Михайловича Тушкина. Недавно состоялось без преувеличения огромное событие для жизни нашего вуза. Авторский концерт Владимира Михайловича и дуэт ведущих справедливо заметил, что нет ничего случайного в жизни творческих людей, поскольку все происходит в нужное время, в нужном месте. И если упомянутый концерт Владимира Михайловича совпал с Великим Четвергом, символом духовных ценностей, то наш сегодняшний авторский концерт ученицы Владимира Михайловича также обнаруживает связь с некоторыми датами. Так, первый номер программы написан на стихи Максимилиана Волошина. И так совпало, что завтра будет его юбилей – 140 лет со дня рождения. Это и удивительная творческая натура, художник, поэт, символист. Поэт и художник в одном лице, Волошин живописывает слово и поэтизирует картину. А сегодня к этому родству искусства подключается еще и музыка Екатерины Волочевой. В этой музыке удивительно значима именно зрительная составляющая. В ней очень много тепла, света и цвета. Эти живописные средства представлены через тонкое использование мажора-минора и других красок гармонии. Кроме того, музыка словно наполнена воздухом, дыханием и ощущением пространства. По своему содержанию, каждая из песен может считаться как и зарисовкой жизни, и схваченным, как на фотоснимке, определенным настроением, как, например, вторая, контрастная по отношению к крайним песням. Поскольку композитор не ограничивает себя следованием одному художественному стилю, в сочинении присутствуют и элементы романтизма, и элементы импрессионизма, как, например, гулкие звучания книги. Другое, двойное совпадение этого номера состоит в том, что первый номер сегодняшней программы, а это первое консерваторское сочинение Екатерины Волочевой, исполнит состав впервые его исполнивший. Сам факт того, что премьерный состав уже 2 года держит это сочинение в своем репертуаре, говорит о совместном творческом росте композитора и исполнителя, которым автор доверил интерпретацию своих сочинений. Кроме того, за такое долгое время исполнители и совершенствуют свое мастерство, и глубже проникают в разные грани содержания сочинений. Итак, наш концерт открывают 3 песни на стихи Максимилиана Волошина. «К этим гулким морским берегам», «И было так», и «Вечерний». Исполняют Анастасия Микрикова, вокал, Анастасия Будко, скрипка, и Катерина Волочева, фортепиано.
прозвучит хоровая музыка. Уже одно это соотношение позволяет говорить об авторской склонности к жанрам, связанным со словом, и о связи мелодики с живой человеческой речью. Следующий номер, два хора на стихи Марины Цветаевой, также будет исполнен почти тем же составом, что и осуществил его премьеру. Такую связь с исполнителями можно считать авторским знаком Екатерины Палачевой, а также свидетельством, что исполнители не расстаются с ее сочинениями, а включают их в свой репертуар. Это особенно важно для молодого композитора, ведь часто найти исполнителя, а тем более несколько, становится проблемой. А здесь наоборот. Однажды исполнив это сочинение, ансамбль продолжает нести его навстречу новым слушателям, с каждым разом раскрывая все новые и новые грани смысла сочинения. Еще одним диалогом, образовавшимся в нашем концерте, становится соотношение авторов текста. Как известно, именно Максимилиану Волошину поэтический мир обязан открытием Марины Цветаевой. Он стал проводником юной Марины во взрослый мир поэтического искусства. И то, что слова Цветаевой звучат вслед за словами Волошина, позволяет провести некоторые параллели между прошлым и настоящим. Два хора музыкально контрастны между собой. Первый из них, «Ангел», имеет углубленно-философский характер, а второй, «На бульваре», представляет собой бытовую сцену, по-цветаевски глубокую и искреннюю. Как сказала сама композитор, при том, что образы музыки второго номера основаны на стихах Цветаевой, дополнительным же источником впечатления было наблюдение подобных сцен на бульваре. Так выстраивается еще один диалог времен. Итак, два хора на стихи Марины Цветаевой «Ангелы» и «На бульваре» исполняют Ольга Рябко, Мирослава Замула, Яков.
фортепиано, ноктюрн, скерцо и колыбель. Так мы видим, как расширяется панорама творчества молодого, но очень перспективного композитора, пробующего себя в разных сферах музыки. Тем не менее, они не образуют разрыва с уже прозвучавшей музыкой, ведь и ноктюрн, начиная песню, и колыбельная неразрывно связаны с песней, одной из доминантных стилей Екатерины Палачевой. Таким образом, Кантилена, как связь с эпохом, обеспечивает и непрерывную связь творческого мира Екатерины. Три этих пьесы, поскольку они певучи и романтичны по духу и по языку, можно назвать песнями без слов. Контрастом к крайним пьесам выступает вторая, скерцо, оттеняющая их медленное высказывание ритмическим задором и импульсивностью. Любопытно то, что хотя каждый из номеров цикла художественно самоцелен и более того, уже исполнялся отдельно от других, автор все же сочла нужным объединить их в цикл. Общим между ними является авторская трактовка дуэта не как одновременного звучания или пары солиста и аккомпаниатора, а как единого целого. Партия скрипки очень напоминает вокальную своей выразительностью и плавностью линии, да и фортепиано также очень мелодизировано. Несомненно, это возможно лишь потому, что Екатерина сама прекрасно владеет этим инструментом и осознает все тонкости его специфики. Обращение к колыбельной в последнем номере не случайно, ведь об этом жанре автор знает не понаслышке. И сегодня мы не раз еще к нему обратимся. Дело в том, что сама композитор является молодой матерью, и, учитывая это, очень легко понять, что колыбельная – это отражение еще одной материнской грани личности Екатерины, отражение ее женственности, обаяния и естественной красоты. И остается лишь гадать, пела ли она эту колыбельную своей дочери или нет. Итак, три пьесы для скрипки и фортепиано: «Ноктюрн», «Скерцо» и «Колыбельная». Исполняют Анастасия Гудко, скрипка, и Дарья Мельниченко, фортепиано. Thank you.
Следующие номера переносят нас в излюбленную сферу творчества молодого автора – в детскую музыку. Это совершенно особый род музыки, и далеко не каждый композитор творит в нем. Чтобы писать детскую музыку, композитор должен быть сам, по-детски открыт, уметь одновременно быть и взрослым, и ребенком, да и просто искренне любить детей. И в том, с какой любовью пишет Екатерина свою музыку, мы с вами сможем сейчас убедиться. Как сказал наставник героя сегодняшнего вечера Владимир Николаевич Птушкин, сам пишущий к тому же много для детей, писать такую музыку сложнее всего, ведь нужно уметь перенестись в мир детства. Для музыки, что сейчас прозвучит, ребенок является не только темой и адресатом, но еще и вдохновителем. Сама автор рассказывала, что идея писать детскую музыку пришла к ней, когда она читала детские стихи своей дочери Саше, и казалось совершенно естественным, что их нужно положить на музыку. А по словам Аллы Болотки, художественного руководителя хора сектора практики нашего университета, дети с удовольствием принимают эту музыку и неоднократно исполняют ее в концертах. А это есть главный критерий успешности такой музыки. Ведь сложно найти более честного и беспристрастного судью, чем ребенка. Эта удивительно теплая и искренняя музыка служит еще одной очень важной цели – расширению детского репертуара. А поскольку здесь есть хоры на слова современных украинских поэтов, то Екатерина еще и вносит свой вклад в развитие и популяризацию современной детской украинской литературы. Итак, два хора. Срібна нічка на слова, на стихи Ілії Кличко и Краб на стихи Оксаны Лущевской исполняет хор младших классов ДМЖ имени Леонтовича, художественный руководитель Алина Мельникова, концертмейстер Анна Щербина. Thank you.
получат еще 5 коров. Лёд Люблян на стихи Николая Виграновского, Кытья дом охороняет на стихи Елены Полянской, От Бемени Коника на стихи Оксаны Кротов, Чайки на стихи Оксаны Лущевской и Тузыки-Картузы на стихи Оксаны Кротюк. Исполняет хор сектора педагогической практики кафедры Национального университета искусств имени Котляревского, художественный руководитель Алла Володко, дирижер Ольга Протюк, концертмейстер Дарья Лымарь. Thank you.
серьезной группы. Тем не менее, мы не прорывались образами наилучшей поры жизни каждого человека, поскольку здесь будет снова колыбель. И поскольку идея следующего сочинения слишком сложна и сокровенна, чтобы доверять ее третьим лицам, то кто, как не сам автор, сможет наиболее полно ее осветить? Я скажу лишь только то, что это произведение, а это фантазия для фортепианного трио, получила гран-при на 6-м всеукраинском конкурсе молодых композиторов имени Ивана Карабиса в Киеве. Впрочем, с ним связана еще одна история, и рассказать о ней я приглашаю саму Екатерину Палачеву. На украинском.